Приветствую тебя на полезном канале. В этом видеоуроке ты узнаешь, как отличить оригинал от подделки телефона перед покупкой. Ты узнаешь 9 простых советов. Внешняя упаковка. Самый простой способ определить подделку – внимательно посмотреть на упаковку. Оригинальный продукт будет в нетронутой упаковке без каких-либо изъянов. Подделка же будет упакована более небрежно. Коробка. Чаще всего подделки продаются в коробках, которые только похожи на оригинальные, и при детальном изучении можно обнаружить различия. Одной из таких вещей может быть текст на обороте коробки. Он должен быть на языке страны, в которой предположительно было изготовлено устройство. К примеру, одним из признаков, что у тебя в руках подделка iPhone, а не оригинал, является пластмассовая коробка. Это явный признак подделки. Лучше всего проверить, как выглядит оригинальная коробка твоей модели устройства и сравнить. Руководство пользователя. Здесь все просто. Руководство пользователя должно быть на языке той страны, в которой было изготовлено устройство. Обычно там представлена краткая инструкция на нескольких языках, но первая и самая обширная должна быть на родном языке гаджета. Детали. Лучшие бренды славятся своим вниманием к деталям. Все устройства и комплектующие обычно гладкие, без грубых швов. Еще один признак подделки – матовая поверхность изделия вместо блестящей глянцевой. Шрифты. Изделия известных брендов делаются очень тщательно, название продуктов. Логотип и марка набираются в специальном стиле, цвете и шрифте. Изготовители очень внимательно относятся к этому, ведь это фирменный стиль. Если что-то отличается в названии бренда, это подделка. Зарядные устройства. Обязательно обрати внимание на зарядное устройство, которое идет вместе с телефоном. Такие детали, как швы на пластике и гладкая отделка – признак подделки. Также стоит проверить надписи на зарядке. Там должны сохраняться оригинальные надписи и логотип. Шнуры. Любые комплектующие всех изделий известных брендов выглядят одинаково и не могут быть изменены, если производитель об этом не предупреждал. Другой вид или цвет шнура от зарядки тоже может быть признаком подделки. Разъемы. К примеру, при сравнении оригинального iPhone 6 и подделки можно заметить, что разъем для зарядки немного отличается. На оригинальном устройстве он гладкий и бесшовный по сравнению с толстым контуром на фальшивке. Экран. Покрытие экрана – один из важных признаков, по которым можно отличить фальшивку. Экран может быть светлее, когда телефон выключен, хотя для каждого устройства этот фактор отличается. Теперь ты знаешь, на что нужно обратить внимание, чтобы определить, оригинал или подделка у тебя в руках. Лучше всего посмотреть полную информацию о телефоне, который ты хочешь купить. И что гораздо важнее, всегда покупай гаджеты только в фирменных или проверенных магазинах. Напиши в комментариях, как ты отличаешь оригинал от подделки, ставь лайк под этим видео, подписывайся на полезный канал и поделись полезной информацией со своими друзьями.